Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Окрошка, Пикачу, Рекер, Бульбазару, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здоров всем. Сегодня у нас очень классный режим, потому что пацаны будут защищать пиццерию, в которой заложена очень мощная бомба, а я за аниматроника должен зайти, взорвать и все уничтожить. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну все, мы будем выдвигаться. В эту карту есть очень много проходов. Кстати, эту карту выложили сегодня в воркшоп. Теперь на общем доступе. Кто знает, откуда эта карта, напишите в комментах. Невидимый. Да я видимый. Я тебя видел. Слышишь ту музычку веселую? Вон он. Где? Надо на мост выйти. Так, 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 я за карту залетел случайно. Прям подо мной. Ты подо мной. Нет, я над тобой. Почему не попадаю в это очко? Ты вентиляция, что ли? Да, он пошел. Так, 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 так. Так, ну типа я прорвался. А вы что, свет отключили в пиццерии, да? Так, я уже внутри, пацаны. Я тебя найду, Дима. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И мы записываем классные рубрики, поднимаем настроение себе и всем, кто нас смотрит. А ты запрятал бомбу в пиццерии или в подвале пиццерии? В пиццерии. Окей, босс. Ищем. Эй! Успокойся, успокойся, я бомбу ищу. Пока я буду видимый, это первая волна, когда я видимый. Не найдешь ты ее. Как это не найду? Найду. Я внутри закрылся, ребята, все. Как ты открыл? На тебе. Не трогай меня. Ты меня съешь. Отлично, мы ищем дальше бомбу. Так, бомба не найдена. Точно в пиццерии? Точно. Она на самом видном месте. Может быть, немножко спрятана. Вы свет отключаете, я ничего не вижу. А я... Спасибо. Я бомбу не наблюдаю. Ты какой-то жесткий, ты не могу убить. У меня 30 тысяч жизней. Ого. Так, ну видно месте, да? А, ну все, 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 ладно, я поддавался. Вам специально. Мы тебе верим. Мы тебе верим. Так, теперь я беру другого аниматроника. У меня есть теперь очень классный, называется Funtime Freddy. Не надо тебе за него играть. Да, не надо, да. Это было очень больно, ты меня в живот выстрелил. Я тоже так хочу. Кишки из жопы сзади. Ты опять его же взял? Мне мало. Я слышу, у тебя заяц разговаривает. Да. Ты дым он наложил. Ого. Ты чё такой неадекватный? Ну, ты чё? Бомба был. Ты прошел бомбу. Я её не вижу. Почему я её не вижу? Не надо видеть. Ты её запрятал, наверное, да? Ну, конечно. Ого! Ого, надымели, а чем это вот... На тебе. Ага, хорошо. Не надо вот эти бомбы ставить. Дай подсказку, где бомба, чё не могу найти? Она находится в комнате. В комнате? А, ну классно, о, спасибо, я теперь точно знаю, где она. Она в комнате. Не ставьте C4, вы можете бомбу взорвать. Да-да, ребят, так не надо. Я хочу я ее взорвать. О, я возьму крячку. А что это за оружие дымящееся такое? Это дымовая шашка. Ага, понял. Так, 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 мы пока пошкеримся здесь немножечко. Так, сейчас возьмем от первого лица. Ночной режим включим. О, ночной режим зеленый стал, раньше белым был.
Когда как, под настроение. Так, так, так. Ты что, в подвале? Так ты же сказал, что не в подвале бомба. Нет, я услышал, кто-то в подвале. Да, то ладно, то я в подвале. Ну, блин, как с тобой играть, если ты меня сильно мочишь, наказываешь? Я даже тебя не вижу. Ну, вот как? Как с тобой играть? Руками. Так, ребята, сейчас мы возьмем такого жесткого аниматроника, которого не сможет убить. Да например, всех... например. Так, так, так. Например. Не могу найти бомбу и все, представляете, как они ее запрятали? Говорит, в комнате какой-то, а в какой не говорит. Еще дать подсказку? Да, 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 да. А бомба находится там, как только входить в пиццерию. Повыключали свет везде. Все правильно. Сейчас охранники должны охранять. Так, так, так. Отлично, отлично. Так, я зашел в пиццерию, ее тут нету. Ого. Ничего себе ты наказываешь. Надо валить, надо валить, надо валить. Далеко не убежишь. А ты был возле бомбы, кстати, только в противоположной комнате бомбы. Чё столы горят? Да не могу я найти эту бомбу, ты меня обманывай. А, вижу, нет, не вижу. Видишь или не видишь? Ты бомба. Так ты нифига себе нашел. Ах ты, блин. Я нашел, ребята, бомбу. Я нашел ее. Круто спрятал. Так нифига себе, вроде на видном месте, но под потолок. Я б не догадалась. На тебе. Ну дай. Туда раздуплиться хоть чуть-чуть. Не дам, я же плохой. Ты знаешь, я могу разойтись и вас всех мочить. Капец, бомба. Ничего не получится. Так, я бегу, видел, бегу, куда бегу. Ты пошел. Я в главном офисе. Отлично, ребята, бомба подожгана. Как так? Бомба взорвалась. А, слышишь, пиццерия горит из-за нее. Ого, мы пламя тут устроили. Так, давай, короче, жестче бомбу сейчас. Только я буду знать, где она. А сейчас мы запрячем настолько мощную бомбу. Например, вот такую вот. Все, я ее зафризил. Пацаны, бомба в подвале, я на улице, и мы начинаем. Так, так, так. Я знаю, что сейчас можете использовать любое оружие, а главное, чтобы вы бомбу не взорвали. Это главное. Нет, сильно палевно. Переустановка ресурсов комодов заработала у нас аниматроников классных. Sister Location. Вот. Это тот человек и тот аниматроник, который сможет. Так, продвигаемся в подвал к бомбе. А зачем вы спавн удалили? А, это я удалил спавны. Давайте я вам поставлю заново. Пацаны, не ссыте, я так 100 раз сделал. Все, точно не пройдешь. Я по-жесткому охраняю. Так, 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 я вижу, он бегает. Ах ты убил его. Ну, у тебя не получится. О, что это за мечи у тебя тут такие? Лазерные мечи, чтоб ты умирал. Не дают до бомбы пройти. Не дадим. Вот так. А как ты прошел? Я не знаю, просто нажимал вперед, потом нажал shift и смог через них как-то пройти случайно. Ну тащить. Ну, это давайте еще раз, так, давайте жахнем еще разок, только пожестче. А, спауны! Сейчас... Спауны вам не нужны, потому что это последний взрыв этой серии. Например, например, мы можем взорвать вот эту вот бомбу. Это вулканическая да, бомба. Да, мы ее не использовали очень давно. Хочу всю карту сжечь, как всегда. Воу, вот это сильно пиццерия Капец горит. Капец, дым.
Чётко. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.